Здравствуйте, это наши одноклассники, это наша любимая игра Клондайк, и это такие среда и гости. Ну и сегодня мы идем к Елене, на 68 уровень. Елена, милая Елена, у нее есть торговец, ну, так как еще утро, он еще не проснулся, ему нужно проснуться, выпить чашечку кофе, а потом идти на торговлю. Обратите внимание, с водичкой тут все прекрасно. В хотелочке у нее только малинка и шапочка. Больше она даже ничего не хочет. Ни травички, ничего. Много-много кладов секретных из лабиринтов. Ну вот только вот, знаешь, я, честное слово, Леночка, вот это вот убрала бы. Ну, конечно, может быть, оно красиво в общем виде. Ну, по большому счету, бессмысленно садить по 4, когда можно садить по 8 и по 16. Птички поют. Елочку еще не разобрали. Елочка у нас еще есть. Ступенечки. С амбарами все прекрасно. С лимитом все хорошо. Кожа одна пока. Или может еще где-то стоит. Есть ботанический сад. Во как. Смотрите, и ферма, и птицы ферма. Ну, нашлось даже место для декорации. Интересно, что под этим замком копается. Никогда под ним не копала. Да. По большому счету он большой, красивый, но бессмысленный. Тут тоже елочка. Я хочу сказать, что по 68 уровню оно реально хорошо развита игра. Есть, как говорится, на этот уровень даже очень все неплохо. По наему зданий тоже прилично. Пекарни. Они присутствуют, и они такие в количестве растут. Обратите внимание, 3, 4, 5, 6, 7 и одна мини. Очень красивая ферма. Единственное, чтобы я, ну, если бы спросили, чтобы я посоветовала вот это убрать, конечно. Вот это я бы убрала, сразу бы убрала бы и больше не ставила. И никому не показывала. Потому что это... Да, когда появляется у нас уровень, когда у нас появляется такая возможность, по сравнению с одной 4, это здорово. Но по сравнению с 8-4 это очень ни о чем. Вообще так мне понравилось. У Елены красивая ферма. И есть куча подарков, которые можно открыть. Да, вот, конечно, вот единственное, что, Леночка, я бы тебе посоветовала обратить внимание, как всегда, на кожу. Кожевня одна, ну, я не знаю, как тебе, может, и хватает, но это реально мало. Очень мало, очень-очень-очень мало. И запускай торговца, пусть работает. Ты даже можешь эту же самую поставить шапку где-то у себя в торговле, что-то предложить, может кто-то купит. Тоже как вариант. Хотя я знаю, что на таких уровнях, как 60 какой-то там, 70-й, торговля идет не так активно, как на больших, потому что заходят все, начинают с больших, и до 60-х могут и не дойти. Хотя, в принципе, она все равно идет. И на этом все. До новых встреч.